Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре трансформер Космос и его Battle Master или Target Master трансформер Payload. Он у нас является трехрежимным трансформером, а Космос двухрежимным. Эти две модели выпущены в едином паке в серии трансформеры Generations Trilling 30-летию. Космос выполнен в Legends классе, Battle Master не готов сказать, забыл его класс, но это что-то наподобие миниконы или действительно батл мастера или таргет мастера. Хорошо, давайте начнем с маленького. Он у нас имеет подвижность рук, и в принципе это вся его подвижность. Сейчас он представлен в образе робота. Если так повернуть, то он превращается в космический шаттл, и логично, что он с космосом. И его третий режим — это мы поворачиваем сюда, открываем сюда, например, это мы видим сюда, так интереснее, и вроде бы это все. Да, он превращается в оружие. Например, космос может взять его в руки, и у него будет такой вот футуристичный необычный бластер. Пиу-пиу, бэм-бэнь. Это отсылка. Кто смотрит разнообразные обзоры, знает, кого я сейчас пародировал. Я слежу за каналом этого обзорщика. Мне очень нравится. Я рад, что у него даже иногда появляется больше того, чего в нынешнее время не может появиться в музее. Почему-то у меня вот ощущение, что что-то с этими ногами еще можно сделать. Как будто просто тупо разобрать. Мне не нравится такой подход. Да, но ничего не могу разобрать, что с ним не так. Хорошо, что же космос? Космос у нас достаточно подвижная модель. У него можно чуть-чуть вращать голову. Чуть-чуть это вот туда-сюда. То есть он пострелял направо-налево, направо-налево. Все. Руки можно вращать, плечи тоже есть. Поднимать руку, но тут все так условно. Нога вперед, нога назад. Да, есть подвижность. Колено. Ох, тут как бы колено. Но зато, если кому не хватает подвижности, зато трансформируется он просто офигенно. А сзади как выглядит. Мне очень нравится эта модель во всех смыслах, потому что она трансформируется в шикарную инопланетную тарелку. Вот смотрите, как чуть-чуть поворачивая, мы создаем, по сути, удивительный процесс. Все, представляете, вот это. Так, сейчас надо, да, здесь оно вот так заезжает, вот так вот, да. И вот у нас космос. Инопланетяне вошли в чат, называется. Смотрите, как он прекрасен. Отсылка на UFO. Мы не одиноки в этой огромной бесконечной вселенной. Ну, хотя она не такая уж и бесконечная. Это мы чрезвычайно малы по отношению к ней. Но на эту тему я очень люблю дискутировать с людьми. Вот. Мне он очень нравится, реально. Просто интересно, если эту штучку сюда можно сюда приделать. Нет, нельзя, жаль. Было бы интересно, если бы еще дополнительно. Давайте попробуем в обратную сторону. Открываем нога, то есть в эту сторону нога. Выдвигаем, поворачиваем. Красиво.
здесь отгибаем эту часть, выводим сюда, плечи опускаем сюда. Так, почему-то не довел до конца. Вот, все, довел до конца, опускаем. Единственное, с головой. Она почему-то не автоматически поднимается. Было бы неплохо, если бы она здесь поднималась автоматически. Вот он космос. Бесконечно прекрасный космос. И его помощник Payload. Две модели рядышком. Вот все, что я хотел показать и рассказать о этой модели, о этих двух моделях трансформеров. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, станьте спонсором музея и обязательно подарите музею трансформер. Все важно, все нужно, за все будем благодарны. Всем до скорых встреч!